Больше это не интересно. Есть один художник, я в него верю. Мне это больше не интересно. Какие роли играете вы каждый день и когда сбрасываете с себя маски и становитесь самим собой? Вот сегодня как раз та передача, где можно будет напасть, как нас одолевать.
сюда! Она приходит.
А вы Максима видели? Максима. Это как она напугался. А старший, который? Да, старший ее, старший брат, который пугался. Передня, передня. Выбора-то ехать нету. Давай ты пока здесь и заночую. Ну давай располагайся. Здесь только здесь. Где ты переночуем? Сейчас. Что-нибудь надо придумать. Вроде как-то зябковато здесь. Но... Ладно, есть один старый проверенный способ, чтобы легче спалось и проще отдыхалось. Это офигенный собеседник, как я посмотрю. Слушай, откуда у тебя жена-то появилась? Не фартануло. Не, у меня с женщинами как-то все попроще. Все, никогда не готов к серьезным отношениям. Тут все время так, то одна, то вторая, но как-то все по накатанной. Хотя, не так давно у меня был случай, с этой, еще женщина такая интересная попалась. Ну как интересно? Имя нее интересное. Как... О, Эльвира. В каком-то клубе, помню, познакомились, ну, там что-то такая подкатывает, что-то там подмигивает. Ну, думаю, ну, елки-палки, я про инициатор, что за мужик, что ли? Подошел к ней как-то, то слово за слово, вижу, женщин, как-то не против, в любой момент готова, то есть, ну, естественно, сам же понимаешь. Руки пошли, там, с поглаживания, это все вроде не убирает, вроде готово, но как-то доходит до интимных частей, так руки убирает, говорит, да я замужем. Блин, какая нахрен замужем? Ты сам послушай, ты в это веришь? Женщина тебе подмигивает. И в то же время готова уже с тобой вступить в интимную связь. Но почему-то в самый последний момент что-то оправдывается. Там какой-то муж, блин, приплела хрень какая-то. Ай, ну что, взял спокойно, по-мужски, по одноюдному согласию. Засандалил ей. Не, ну блин, с этой Эли, блин... И имя необычное, и женщина. Тоже, блин, это баба пошли. Thank you.
слышал про группу Моры? Ребятами создали себе группу. В гараже моем. Нас даже в Питер на разогрев какой-то шведской группы прислали. Умирать вообще не надо, то есть 200 лет проживем по-любому. Ну, наше поколение... Так подожди, это... а как же Бог? Чувак, что ты думаешь насчет трансгуманизма? Да ладно, забей. Ну, Питер. Трис нас уехал за границу. Этот барабанщик у нас вообще, прикинь, такой рыжий. Вообще, даже паха под мышкой рыжая, прикинь. Вот, только я и еще один гитарник остались. Какого-то клавишника себе пригласили, вообще непонятно кто он. Какой-то Владислав Синькович. Владислав Синькович, прикинь, даже роль в фильме вообще обещал, говорит, эпизоды тебе дам. То есть, слышишь? Ну. Что ты несешь? Давай, Ира, ты готова? Блядь, бог, хуйня. Да, короче, нет. Подожди, собрался. Уходишь? А как же писание святого Моисея? Святого Моисея? Еще такое. Что мне было доказано, что... Какими вещами пробуешь? Пробуй, да? Сейчас. От всех убежать. Да. Избегаешь от кислой тусовки, да? Кошмар. Блять. Как-то люди вообще курят, ужас. Я, конечно, понимаю, что мир несовершенство, но настолько кошмар какой-то, боже. О, боже, не смотри так на меня. Я вот прихожу. А ты там концов, мы же люди все, да? Но каждый человек это личность. И он должен чего-то добиться, что-то показать, проявить себя в конце концов. Ведь в этом, собственно, и заключается смысл. Жизни, понимаешь? А, вот. А не в удовольствии. И я чувствую, что должен что-то сделать такое великое. Вот. Держи. Кошмар. Ты, блин, подумал, что я буду жить? На вкус, как русский рэп. В конце концов. Не знаю, что тебе сказать. Жуть какая-то. Короче, вообще, есть для всех предложение пойти за догоном. Чел, ты меня закурить? Да, да, держи. Давай зажигалка. У меня зажигалка, бери. Слушай, ребята, тут просто последний глоток и все.
Короче, а вечером можешь... за пивом нужно, ребят. Как обычно. Короче, идем без него. А вообще я бы в клуб. Теперь пьем за секс. За зажигалку. Понятно, что у Кристины на уме. Только об этом думаешь. Давайте не будем переводить. Бежим за догоном. Будешь сигарету? Пойдем за догоном. Аккуратнее. А может в клуб? Вдруг с нами? Короче, вы слышали, что она сосала с тем парнем? Кто? Это кто так было понятно по ее лицу. Ты не поверишь. Да, может, даже не только сосалась. Та чувиха, которая странная, с дредами. С дредами, которая? Да ладно. Ну, черт убери, да что вы... Че, чувак, ищешь где покурить? А как же это согласно? Писание святого Моисея. Какой святой Моисей? Какую группу создали? Какого хреново раз? Так бы что было, как раньше. Эх. Весь ты ебать. Сигаретка будет? Ладно, не волнуйся. Рассказывайте, как наш товарищ ведет себя. Ну так-то он добрый, конечно, хороший, но житья ж нет совсем, сильно ж пьет. Ничего, ничего, вылечим. И главное ж прощение ж никак.
решим эти вопросики, пойдем, дорогая, так что пойдем. Вы помогите, поможем, доктор, чем пожалуйста, сможем, чем помогите. Чем сможем, поможем. Красота! А здесь-то какая? Да уж. Ничего, потом заберем. Ну, как договаривались, по предоплате работаем. А, да, конечно. Вот. Угу. Документик нужен? Ой, доктор, какой документик? Вы мне, главное, мужа спасите. Все, будем стараться. План. Ваня. Сохнуть будем? Да. Надо твою красавицу отправить. Может, что возьмет? Жена! 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 Ну что тебе? Сходи к Светке за самогонкой. Что, дома не в духе? Пойду про закуску спрошу. Ах ты, сука! Пусти! Пусти! Что ж ты делаешь, а?
Видеть время. Ожидать горизонт. Слушать озеро. Читать малину. Desde antiguo sostiene mi delirio y corre por mis venas, va buscando el mar. El río bajo el río, bajo el río, me canta por los huesos desde antiguo, sostiene mi estructura y mi delirio. Y corre por mis venas, va buscando el...